Директора филиалов Надеждинские и Хасанские компании «Примавтодор» будут уволены по требованию губернатора края Олега Кожемяка. Об этом он заявил по итогам проверки ремонта региональных дорог. Глава региона раскритиковал дорожников за плохое содержание Хасанской трассы, вызывающей нарекания как жителей, так и гостей края, поскольку именно эта дорога принимает на себя весь поток туристов, желающих отдохнуть на приморских пляжах. Главу региона возмутил тот факт, что директора филиалов рассказывают о перевыполнении процентов по ремонту дорог более чем на 2000. При этом дорога разбита, на ней образовались ямы, люди из-за них попадают в аварии. Я решения такие принимаю. Сегодня эти руководители должны быть уволены, Хасанского филиала и Надеждинского филиала, как не справляющиеся со своими обязанностями. Это первое. Второе. Вы сейчас занимаетесь чрезвычайной ситуацией. Я в течение этой недели направлю проверку. Попрошу министра контроля Набоченко Наталью Борисовну принять все меры к изучению всех материалов, касающихся Примавтодора и этих филиалов. Но и скажу, Алексей Николаевич, что следующим по окончанию чрезвычайной ситуации будете вы. Мы так не можем работать, когда вы составляете планы и считаете, что это нормой выполнения тех всех задач, при этом норма не содержания дороги в надлежащем состоянии, а нормы по каким-то ямам, которые кто-то посчитал. Это один вопрос. И по итогам проверки там могут быть и другие вопросы. Поэтому сейчас, Алексей Владимирович, примите все необходимые меры с тем, чтобы назначить ответственных лиц, там, главных инженеров, или кого посчитаете нужным на эти филиалы. В том числе Шершов пока идет сложная ситуация, исполняя свои обязанности. Вот. А далее, значит, также хочу сказать, что будет отстранен, занимает должность и уволен, как не справившийся.